Вы смотрите новости онлайн. В сети стало известно, когда выйдет в свет новый альбом Ольги Бузовой. По информации, Ольга Бузова последние месяцы работала над созданием нового альбома. Однако, никто не знал, сколько песен войдет в трек-лист и когда состоится релиз. Одна из групп поклонников опубликовала информацию, из которой стало известно, что премьера состоится в конце сентября – начале октября. На данный момент известно только, что точной даты нет. В трек-лист войдет 12 композиций и один миксовый трек. По ранее известной информации, у звезды было записано только 6 песен. Видимо, теледива в последние месяцы изрядно потрудилась над остальными. Также известно, что новое шоу Бузовой «Под звуки поцелуев» будет снято как отдельный проект для Муз-ТВ. На данный момент певица находится в США в рабочей поездке, хотя многие считают, что она снимает клипы на свои композиции. Фанаты вокального таланта Ольги с радостью восприняли эту новость. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!